Друзья мои, здравствуйте! Это Анапа. Сегодня 9 сентября 2018 года, и я на море. Вот там, за дюной, оно шумит и еще не успокоилось после прошедшего урагана, шторма, который, да, конечно, показал себя. И я сегодня проехал и посмотрел, еще последствия его видны на пляжах. Это перевернутые теневые навесы, разбросанные лежаки, какие-то поломанные конструкции, ларьки, покосившиеся или упавшие заборы, много разметанного мусора, ну, такого бытового, и очень много, конечно, вынесло водорослей, и бурых, и зеленых. Ну, где зеленые водоросли, там, конечно, и в этом есть какая-то даже очарование, красота. Я это снимал, и я это, может быть, сейчас вам покажу. Вот. Но само море по себе очень красивое. Оно сегодня светлое. Оно вот даже в районе центрального пляжа, возле реки Анапки, оно такое немножко такое какое-то белесое, как будто бы туда немножко добавили молока. Вот, и оно такое действительно какое-то светлое, светлое, как будто бы светится изнутри. Вот, и оно красивое везде. Я сейчас вам тоже здесь покажу, почему я не спешу это сделать, потому что шум, море шумит, это вот здесь тихо. А остановился я, друзья, возле пансионата Солнечный. Вот там внизу его пляж, вы тоже его увидите, я покажу. Вот, ну а это вот дюны, анапские дюны, там сам пансионат Солнечный, и вот его не видно. Вот там еще какие-то, значит, не знаю, санаторий, пансионат, я даже не знаю, это надо по карте смотреть. Ну, факт то, что здесь тихо, и я ехал-то и искал такое место уединенное. Я всегда ищу места какие-то такие, знаете, когда, несмотря на то, что сезон, не сезон, но мне всегда хочется побыть с морем наедине, поздороваться с ним, чтобы море меня увидело, чтобы я море увидел, чтобы мы друг с другом как-то каким-то образом насладились. И вот я в таком месте. Во-первых, конечно, здесь здорово. Здесь вот дюны, такие пески. Ну, хватит смотреть на меня, давайте уже смотреть вокруг. Чайки. Вернее, одна чайка. Одинокая чайка парит. И вот давайте смотреть. Эти дюны, эти пески. Вот как раз в той стороне, куда сейчас направлена камера, и находится пансионат Солнечный. Ну вот сюда вот я затащил свой велосипед, на руках его занес. Вот, как родного. Ну это не тяжело. Вот, и в общем-то я не устал. Вот, но здесь тоже, вот сейчас я на море, мы конечно посмотрим, но сначала я вам покажу вот вид. О, смотрите, купол часовни горит огнем. Ну вот я даже, знаете, затрудняюсь сказать, где это находится. Вообще, конечно, я думаю, что уже недалеко отсюда жемчужина России. Вот самолет летит. Из Анапы вылетел. Ну, конечно, красиво. Очень красиво смотрится. Смотри, смотрите, среди зелени. Жалко, конечно, зум не работает, но среди зелени и вдруг золотой купол и крест, это, конечно, это поразительно. А здесь, дорогие друзья мои, пока еще меня слышно хорошо, да и ветер может быть, не, ну все равно ветер-то бушует. А здесь стадион. Стадион. Хороший стадион.
Не знаю, это натуральное или искусственное покрытие. Но, по крайней мере, народу здесь не видно, чтобы там люди какие-то были. Вот какие-то одинокие там ходят личности. Это все дюны. И вот оно море. Сегодня море, как я уже сказал, просто поражает своей красотой. Это у меня сейчас направлена камера в сторону Джимите. Ой, Джимите, Витязева уже, Джимите я уже проехал. Синь, лазурь, бирюза. Сегодня вот смотрите, разные оттенки. Шторм продолжается, везде вывешены черные шары, купание запрещено. Но люди, тем не менее, все равно купаются. И знаете, я тоже даже, насколько я законопослушный человек, но был большой соблазн просто тоже взять, раздеться и побороться с этими замечательными волнами. Сейчас у меня камера направлена в сторону города. Там вот виден вот это красивое здание Парус, санатория Русь. А вот это вот белая такая туманность, но я подозреваю, что это дождь идет. Дождь сейчас где-то выпадает в Анапе. И вот я вижу, человек летит. Но вы его, конечно, не видите на параплане. Такое место тихое, спокойное, какие я люблю. Вот, кстати, здесь вот, вот эти вот синие полукруглые навесы, это и есть пляж пансионата Солнечный.
как же красиво смотрится часовня. Да, здесь тихо. Ветер в ушах.